Дорогие друзья, всем привет! Экспериментальный ролик такого формата на моем канале. Что-то типа реакции, но это больше относится к моему событию совсем недавнему. Ну, точнее уже, может, давнему, я не знаю, кому как. Когда у меня свершился миллион, я говорил, что я запишу ролик, просмотрю свои старые ролики. Вот такой ностальгический ролик. Но он еще тут получится таким, знаете, я еще покажу то, чего вы просто никогда бы, возможно, не увидели на моем канале. И это то, что, ну, у меня хранится на компьютере. Я вам покажу свои старые ролики, которые в общем доступе, я покажу стримы, которые по ссылке, и покажу те файлы, которые, ну, просто вы не видели и никогда бы не увидели. И опять же, это типа ролики с формата реакции. Я планировал, может, еще какие-то делать реакции на какие-то смешные моменты в Brawl Stars. Ну, такой вот формат просто внести в свой канал. И, возможно, даже подобные ролики со своим, даже реакции на свои ролики или на свои какие-то моменты, которые я сегодня вам покажу, делать в дальнейшем. Ну, естественно, там не каждый день, периодически, там раз в месяц, допустим, накопился материал, такой ролик записал. Но, чтобы такой формат был, мне надо понять, нравится он вам, зайдет вам такой ролик. Если зайдет, ставьте лайк и подпишись на канал. Я посмотрю, какое количество подписчиков будет. Если ну, хорошие показатели соберем, я бы хотел собрать 25-30 тысяч лайков. И это до хрена, если ролик не соберет, я знаю. Но я только готов подобные видосики мутить, если вы вот будете поддерживать. Тем более, что для вас несложно просто поставить лайк и нажать на подписаться. Это легко. Поэтому, если вам интересно, поддерживайте. Друзья, мы посмотрим сегодня старые ролики, с чего начинался мой канал, мои первые стримы. Я покажу свои неудачные дубли при записи там рекламы, при записи обычных роликов. Такие моменты, которые вы любите посмотреть. Я некоторые моменты подготовил, некоторые буду на рандом включать и вот просто вспоминать какие-то моменты. Будет две проблемы, с которыми мы столкнемся. Первое, это у меня почему-то, может кто-то подскажет в комментариях решение проблемы, перезагружается сам по себе браузер, когда включаю видео, оно обновляется, не знаю почему. Я решение этой проблемы уже в интернете искал, нажимал галочку, чтобы автоматически не обновлялось, все равно проблема не ушла. Не знаю, и перестанавливал Chrome, и у меня даже на MacBook'е такая проблема. С чем это связано, не знаю, может вы подскажете, но это такие проблемы, которые, ну, они устранятся. Вторая проблема, это ошибка, когда я буду включать буду включать файл записанный, бывает ошибка вылетает. Ну, такое, короче. В целом, надеюсь, вам понравится этот видеоролик, смотрите обязательно до конца, будет много интересных моментов. Рекламная пауза, друзья, и мы начинаем. Итак, друзья, ролик этот я записываю заранее, выпущу, наверное, в июне, не знаю какого числа, поэтому, возможно, какие-то моменты будут не совпадать. Но мы смотрим старые ролики, поэтому хронологии тут особо никакой не надо с новыми видео. Короче, с чего я начинал, да, такая краткая история канала. Я уже рассказывал, что мне нравилось следить за... Ну, YouTube для меня появился таким, знаете, первооткрывателем каким-то. У меня появился на телефоне YouTube, и я начал его смотреть. И мне просто фанател от разных ютуберов, которые снимали игру Clash of Clans. И мне захотелось тоже. И я... Ну, это долго рассказывать, просто если я буду сейчас все в подробностях, то это ролик на час затянется. Это я на стриме, если вам интересно, приходите, расскажу. А если вкратце, ну вот такая вот краткая история. Мне нравилось, как кто-то снимает, и мне захотелось снять самому. И вот мой первый видос, без голоса, без ничего, посмотрите. Эта превьюшка вообще была, ну, в интернете найдена. Под фоновую музыку. Ролик называется «Девятый Техас, нос до 3 звезды». Я просто показывал повторы и как бы думал, что это полезно, и расстановка кому-то интересна. Давайте чуть потише сделаем. И все, весь ролик, 9 минут, это просто... А в конце такой, знаете, аутро, подписываемся, лайки и вступайте в ряды нашего клана. Это мой первый ролик, залит был сколько? 11 декабря 2015 года. Это мой первый видос. Так, окей. Едем дальше, оп, это я вам покажу чуть-чуть попозже, это к этому вернемся. Далее я подобные ролики снимал именно тоже без звука, с музыкой, ой, без голоса, с музыкой, там туда-сюда. Вот тут, по-моему, первый мой ролик, где я такой, знаете, решил объяснить что-то. Ну, разговаривать тогда мне было страшно. Я не хотел, чтобы мои знакомые узнали, что я снимаю ролики. Ну, как-то стыдился я этого, 720p. Поехали.
Суть данного лайфхака заключается в следующем. Вы качаете ТХ вместе с ним Апати армии, но не трогаете деф, защитное сооружение, после чего на клан Варе... На Варе, это же с ошибкой это залил, на ваш... А, на клан Варе. А, ёпта, нет, тут все нормально, тут без ошибок на клан Варе. На клан Варе будет вам подбираться противник более-менее по сходству дефу, как у вас. И вот это я тут рассказываю, показываю что-то. Ну, вы можете эти ролики сами пересмотреть, если вам интересно. Вот, это что касается без голоса. А вот мой первый, по-моему, ролик с голосом. Это трэш. Слушайте. Привет. Сегодня я решился спуститься со своей чемпионской лиги в серебряную, так как... Суть данного ролика, ребята, показать вам, как менялся мой канал вообще, как он развивался, как менялись мои ролики, просто... Ну ни хрена там не фармится у меня в чемпионской лиге, очень долго варится армия, очень долго, все долго, блядь. Ребята, заранее предупреждаю, будут в ролике маты, поэтому, если что, имейте в виду. Короче, решила спуститься в серебряную лигу. Тайбонус меня ни хрена не радует, потому что, чтобы получить 100% бонус в чемпионской лиге, нужно снести базу на 70% и больше. А это нужно иметь достаточно хорошую армию и потратить на это немало времени. Поэтому я решил спуститься в серебряную лигу и проверить свой фарм варварами-луками, которым я фармил раньше. Ресурсов, но если убивать базу, идем и убиваем такие ТХ за забор. Достаточно нормально за такое времени. Я потратил, может, полчаса и нафармил 2000, 2 миллиона, точнее. Такой еще микрофон старый. И 3 миллиона золота. И 10 тысяч дарка. Это достаточно нормально за такой период времени. Потому что быть в чемпионской или в мастер-лиге и сносить 50% базы и получать бонус примерно, ну примерно нихуя не получать. Блядь, это просто, я не знаю, как вообще мне эти ролики, почему я хотел именно так записывать, почему я сразу матерился, причем как-то нелепо, мне кажется. Короче, это трэш, мне пересматривать очень стыдно. И, блин, так... Ну, как-то вот с этим такое все качество, такой звук вообще, запинки вот эти, это просто... Они сейчас есть, но тогда они были прям трэшовые. Короче, ролики мне собирали тогда не особо много. 2-3 тысячи, но я все равно до того времени... Вот 800 ролик собрал. И тут у меня выстрелил вот этот видос, 150 тысяч. Всем привет тысяч. На моем канале. Сегодня мы без рамок, без ничего. Говорим о армии на 7-м ТХ. Я покажу, каким составом можно неплохо фармить. И... Не, ну вы можете этот ролик пересмотреть, тут ничего такого особенного. Я вот знаете, с чего больше угорал? Вот с этого сейчас я вам покажу. Это просто сейчас... Я такой пересмотрю, боже, какой трэш. Вот с этого. Ёлочки такой, знаете, сейчас. Всем привет. Сегодня я, я еще расскажу, в какой обстановке я записывал. У меня тогда... я был тогда дома. В основном я записывал ролики на учебе. Это я приехал домой, никто не знал, чем я занимаюсь. Это что такое, там что-то записывать, что-то куда-то выкладывать. И я пошел тихонько там в другую комнату, сел, закрылся, чтобы никто не видел. Свет не включил. И слушайте, как тихо я разговариваю, это заметно. Видео... Увидел, вышло новое обновление. Слышите, как я тихо просто разговариваю, чтобы меня не услышали, боже. Я его обновил. У кого iOS обновлять в App Store, у кого Android в Play Market, я думаю. Блять! У кого iOS обновлять в App Store, у кого Android в Play Market. Браво! Вы не зря подписаны на этот канал. Тут много полезной информации. Вот новый дизайн, новые вступления было, новая загрузка. Вот, появился наконец-то снег. На елочках у меня... Снег. Сейчас я стараюсь, понимаете, я с Украины, и у меня ломанный русский, если можно так назвать. Я вырос в поселке, в деревне, и я разговариваю на суржике, это даже не чисто украинский, короче. И мне на русском было, ну, не особо комфортно разговаривать, хотя я его в школе толком и не учил. То есть я вот самоучка, так знаете, так выучил его и все. Это со временем я уже там, вот это, ге, там, знаете, вот эти ге, не хэ, а ге, правильно. Короче, я думаю, вы поняли, да? Хотя мне все равно сленг украинский проскакивает. Ну, снег, снег. Это так смешно сейчас слышать это. У меня много елочек, я их выращивал. Я их выращивал? Не срубывал их. Я их выращивал, не срубывал их. Красиво смотрится на них снег.
О, у меня уже появилась новая новогодняя. Блять, вот это ролик, да, вот это ролик. Записал новогоднее обновление. Я, у меня много елочек, я их выращивал. Не срубывал их. О, смотрите, новая елочка появилась. У меня елка. Конечно, новогоднюю назвать трудно. Какой-то у нее дизайн довольно-таки странный. Булава какая-то, цепи. Меч лежит, раскаленный металл какой-то. Не сильно она похожа на новогоднюю, но все же. О ней я рассказывал в одном из предыдущих роликов в конце немного. Так что, кто хотите, можете посмотреть. Так, говорили какая-то... Ага, вот появилась новая информация о счетах. Тут я сейчас тупить начал, разбираться с обновой. Этот ролик есть на канале, вы сможете его пересмотреть, если вам интересно. А мы идем дальше, потому что нам много чего надо успеть, а уже ролик идет 11 минут. Не знаю, ребят, смотрите до конца. Вишенка на торте будет в конце. То, чего вы просто не сможете сейчас найти на канале, будет в конце ролика. Фух, едем дальше. Вот еще ролик, я помню, где, я его записывал на улице, просто тогда я был в гостях даже не у себя дома, я вышел на улицу, чтобы записать этот ролик, не помню конкретно какой, по-моему, этот. Всем привет, сегодня мы рассмотрим одну из расстановок. Да-да-да, вы просто послушайте, я на улице, там даже было слышно, как лают собаки, сейчас, если услышите, прислушайтесь. Бас на 8-м ТХ для КВ. Вы не обращайте внимания. А, не-не-не-не-не, это не тут, это я просто в комнате сидел, все, я вспомнил, память освежилась. Ай, блин, ну честно, вот не вспомню. Какой-то из этих роликов где-то я записывал прямо на улице. Блин, не помню какой. Куда делся фар, может этот? Всем привет. Сегодня... Не, это в комнате, это слышно. Внимание на то, что это не 8-й ТХ, а рашерский 9-й. Эта база предназначена чисто для КВ, и сегодня она будет использоваться как шаблон из расстановки для 8-го ТХ. Все, ролик. Что-то вначале сказал, и дальше под ускоренную музыку расстановку пилю. Так, ладно. Давайте тут, если вам интересно, вы можете сами заглянуть, посмотреть. Тут много, на самом деле, я бы смотрел и смотрел. Это... Короче, давайте... Это был Clash of Clans, там его не так много, но он есть у меня. Ну, мне нравятся мои ролики, хотя и, блин, фейспалм... с фейспалмом невозможно смотреть, такой испанский стыд испытываю за себя. Давайте посмотрим мой первый ролик по Clash Royale, друзья. Внимание. Поехали. Перед началом данного ролика я хотел бы вам... Уже тогда Хулдик зарабатывал деньги. Нет, хотя это была взаимная реклама, я денег не получал, я просто тогда со Skyfly'ем сделал взаимную рекламу. Он мне, я ему. Так, смотрите, какая интро у меня была. Здорово, народ! Сегодня я записываю свой первый ролик по обзору... Бля, не могу, тут еще такая музыка! Короче, не знаю, я сугораю с этого ролика, может, вы не выкупите прикол. Экран, кстати, ребят, немножко у вас обрезан, потому что я тут увеличил. Ну, не суть, вам не весь экран нужен, вы просто слушайте комментарии по Clash Royale. ...у игры Clash Royale. Игра не вышла не так давно, но очень быстро набрала... Игра не вышла не так давно, бля! Я просто каждые свои ляпы слышу. Стала популярность. Изначально я не хотел вообще скачивать, играть в эту игру. Она мне показалась неинтересной, и она не была доступна в странах СНГ. То есть нужно создавать новый аккаунт и регистрироваться и скачивать игру только через ту страну, в которой она доступна. В общем, я зарегистрировал через Канаду, скачал ее, уже немного поиграл, дошел уже до второй арены. И хочу сказать, действительно, игра очень интересная и заслуживает своего внимания. Также сегодня уже вышло новое обновление. Я не успел еще поиграть на старой версии игры, как уже вышло новое что-то. Ну давайте, упустим подробности. Я там что-то разбираюсь. И сейчас будет открытие сундука! Не сундуков, а сундука! Магический! Давайте его откроем. Давайте. Так. Первая карточка — это 323 голды. Тут еще, просто услышите, как тут музыка исчезла. Я такой... И 323 голды. Музыка в этот момент просто исчезла. Это так смешно было. Слушайте. Первая карточка — это 323 голды. Неплохо. Вторая карточка — скелеты. Хижина гоблина.
Надгробие. О, миньоны. Как раз я их хотел. О, миньоны. О, гигант. О, гигант. Неплохо. Гоблинская бочка, она у меня, кстати, уже была, поэтому я их улучшу. Wi-Fi моргает, блядь. Армия скелетов. О, это эпическая карта. Я не знаю, услышали ли вы или нет, но у меня в тот момент мышка отсоединилась от USB. Я тогда на ноутбуке записывал, все лагало, все вообще. Боже, я так угорал с этого ролика, когда посмотрел свои новые, ой, да, новые и старые. Это... Так, ну, в общем, все, вот такой вот. Блядь, теперь концовочка. Какая карта? Так, ну, в общем, все, вот такой вот лут был с эпического сундука. Другие сундуки закрыты, я их уже трогать не буду, потому что мне гемов нету. Вот. В общем, бои я свои вам показывать не буду, потому что я еще сам развиваюсь, не знаю, какие здесь правильно колоды использовать. Вы, надеюсь, даже лучше меня здесь знаете. И я уверен, что вы прошли уже третью и четвертую арену. Поэтому как немного больше... Блять, музыка такая задорная, прям аж весело. Это мой первый ролик по Clash Royale, если вам интересно, перед следующим вы можете посмотреть. Давайте пролистаем чуть-чуть дальше, чуть-чуть дальше. Вот у меня тут уже просмотры уже более-менее так набираются. А вот тут уже превьюшечки у меня пошли неплохие. Давайте какой-то один из этих роликов включим, посмотрим, что у меня тут за рамка, качество вообще. Всем привет, дорогие друзья, и снова нахожусь я на шестой арене. А вот тут уже, знаете, тут уже не стыдно, не стыдно. Звук неплохой. Кстати, на этот микрофон записывалось. Я тогда в Audacity обрабатывал голос, там пипец сколько заморочек было. И мне нужно сделать буст этого аккаунта до 7 арены. Я говорил, что я буду разбавлять баланс в плане того, что буду играть немного на высоких аренах, немного на низких. Боже, как я скучаю по этому времени. Вам не передать, это время было лучше, вот это 16-й год. Да и сейчас время хорошее, просто... Ну, знаете, так классно посмотреть, и я просто чувствую, как это было тогда. Я потому что аудитория разная, некоторым нужны колоды для 4000. Ну да ладно. Осталось 30 секунд, и пошел удвоенный эликсир. Я не могу весь ролик смотреть, потому что это, блин, будет безумно долгий выпуск. Ребят, если вам интересно, можете пересмотреть. Я чисто, знаете, так услышать голос этот, услышать, что я об этом говорил, я помню это, и меня сразу ностальгия пробирает. А теперь, ребята, то, чего вы сейчас на канале не можете увидеть, но где-то вырезки какие-то, перезаливы, они на ютубе есть. Поэтому это вы как бы можете где-то и видели, помните. А потом мы перейдем к этапу, которого вы нигде не увидите, но я вам его покажу. Первый стрим. Вот такой вот первый стрим. Блядь, вы посмотрите на меня просто. Это что такое? Блядь, это... Ну, все люди меняются, да, со временем. Рамка вот эта, знаете, она как будто, я не знаю, такая, блин, как леденец какой-то, блядь, я не знаю. К сожалению, этот стрим был без звука, потому что... И, кстати, я там худой, вы видите? Видите, какой я сейчас? Сейчас меня обзывают, что я жирный, тогда обзывали, что я дрищ. Знаете, не угодишь зрителю. Вебка, видно, да, качество как поменялось? Ну, давайте, первый стрим без звука невозможно смотреть. Второй стрим. Посмотрите на эти наушники, блядь, я не знаю. Это такой, ну, начинающий стример. Блядь, мне очень смешно, не знаю, как вам, я, сука, я угораю. Просто я это уже смотрел и... Так, ладно, погнали сразу в каточку. Губа, что-то ссылка на Facebook. Ну, ребят, ну ссылка, Холдик Рояль, что, трудно найти? Там нету больше, кроме меня. Блядь, у меня челка вот такая, блядь, вообще просто, что она такая? Это что было? Спросите в чате у кого-то и все. А тогда, если вы помните, олдфаги здесь, я тогда стримил с котом, с Даймоном, с Быковым, Матман сидел на стриме, еще кто-то пятый был. У нас там 4-5 человек постоянно в скайпе было. А в чате спросите, пускай дадут. Но второй стрим я себе... Я тогда просто играл, просто общался, это первые стримы были. Самое такое, наверное, трэшовое, это алкостримы. Я их вам не буду все показывать, потому что, ну, друзья, ну... Возможно, YouTube может заблокировать ролик, либо там страйк кинуть, не знаю. Но если вам интересно, если вы наберете много лайков, может, я что-то там поблюрю, повырезаю и самые смешные моменты покажу. Я не старался искать какие-то моменты, я просто парочку стримов выделил. Этот стрим я вам хочу показать, потому что он был рекордным по онлайну. Давайте мы к нему попозже вернемся. Вы смотрите, тут какой сидит вообще гроза стрима.
Да смотрите, какая вебка. Вебка, такое ощущение, что зум у нее 1000 градусов. Это Clash of Clans мы стримили. Давайте в академку, хэштег в описании, о, в описании, на экране академки, 2800 плюс на деревне строителя, заходим на основу, 2300. Просто трэш. А вот, смотрите, это уже чуть-чуть получше рамка. Все равно, че я такой смешной, блядь? От души. Вот тут я уже... Лучше. Что? Почему принял? Что? Почему Сашу принял? Какого Сашу? Саша принял. Что Саша принял? Саша принял бой. Ну? Он уже играл. Это другой Саша. Если хочешь создать турнир, то обязательно пропиарю, то... Воу-воу-воу. Это я еще на Ноксе играл. Так... На раскрутку нового канала? Серьезно? Я тогда хотел новый канал создать. Да блин. Не, я тут не бухал. Нет, это не тот стрим. О, еще один стрим, смотрите. Блять, что с вебкой? А сейчас еще как бы не загрузился чат. Ну да, все равно привет всем. Как на экшн-камере, блин, зум. А ну тут я пил, не пил. На подгузнике сыну. У меня брат, пиздец. Что? Это у меня кот был. Пиздец украинский. О, матман. Приехал бы. А, это я уже пью, да, орешки кушаю. 2000 стоит, наверное, на этом самолете прилететь. Как Беларусь. Вообще, хочешь где-то попутешествовать? Да. Боже, какой я стрёмный. Но все равно я это помню. Это у меня 22... А, это Фаллера мы раскручивали. Я не помню, сколько у меня тогда было подписчиков. Это 9 мая 2017 года. А, ну я... Они, может, стримы странные были. А, 243 тысячи у меня тогда было. Но настолько они были как-то ламповые. Я настолько помню это время. Мне настолько классно было тогда сидеть. Были моменты, когда уже, когда стримы, когда вот это были розыгрыши аккаунтов, там уже, да, там такой период был, где меня очень занесло, и я тогда вообще прям... Ну, это... У меня 200 тысяч, я только тогда начинал. То есть до того момента, когда вот это началось, вот эти аукционы конченые, мы просто еще просто тогда общались, стримили. Ну, помните, олды помнят, да, ньюфаги не вспомнят. Но если хотите, я могу поднять весь материал, который был, и нарезать, может, сделать нарезочку. Ладно, давайте еще вот этот рекордный стрим посмотрим, и я вам покажу то, чего вы никогда не бы не увидели. На этом стриме, это потом полмиллиона. Хреновая идея была. На этом стриме у меня было рекордное количество онлайна, 14 или 15 тысяч. Начинали стрим у меня было сколько? Лего. 525. А в конце стрима у меня было... С самого утра, черт возьми, с самого утра это гребаное испытание проходил. О, да, я это сделал, я это сделал. Ну, тут еще нормально, более-менее. Не верил до последнего, не верил. Оно изи, многие напишут, бля, да я его... Ой, извините за мат, но я его с 12.2, это я испытание прошел. Не знаю, это мне модератор скинул этот стрим. И тут, короче, ну, онлайн... А, не, вот. Онлайн где-то должно быть видно. Я не знаю, показ... Бля, где же... Господи. Ладно, забейте, поверьте мне на слово. Этот стрим с рекордным онлайном. Бля, ребят, я не думал, что на 24 минуты ролик будет. Мы посмотрели пару видосов всего лишь, а я думал пересмотреть абсолютно все. Не знаю, как вместить, досмотрел ли кто-то до этого момента или нет. Давайте теперь я вам покажу то, чего вы никогда не увидите. Это мои записи. Мои записи роликов. Тут есть и удачные, и неудачные дубли. Я их не выбирал, вот сейчас рандомно буду нажимать. И вот вспоминать будем. Смотрите, вот первый ролик, бам! Всем привет, дорогие зрители. Ну что ж, продолжаем играть в новую игрушку «Война героев». И я говорил, вступайте в мой прикольная клан. Прикольная игрушка, кстати, была, я играл в нее долго. Клана в мире. Реально, прикольная игрушка была. Давайте сразу я вам покажу. Вот недавно у меня вышел, ребята,
рекламный ролик, отдельный ролик по мобильной игре, все, естественно, бомбили, ты думаешь, мы не поймем, что это реклама, ты читаешь с листочка. Ну, ребят, это и так очевидно, никто этого не скрывает, просто для большинства как будто я пытался завуалировать это за игру, которую я, типа, реально продолжаю играть. Я говорил на стриме, что заказали отдельный ролик по мобильной игре, ну что в этом такого, ну сделал. Ну не суть, не про рекламный ролик будем сейчас обсуждать. Я вам просто покажу, как это записывается, как это тяжело, когда тебе скидывают сценарий, ты там на 10 минут. Я так не люблю читать чужой текст, потому что я не понимаю, что тут дальше, понимаете? Когда я от себя говорю, это ну, не так выглядит, когда я читаю. И вот смотрите, как вообще записывается рекламный ролик. Я ненавижу зачитывать сценарий, ненавижу. Но посмотрите, как это происходит. Далее начитываю тебе текст на фоне геймплея. Это я Арти начитывал текст, а он сводил. Ну, просто посмотрите, как это делается, как записывается рекламная... Ну, интеграции я тоже покажу. Ну, про казака, помните, я показывал на стриме? А это про отдельный ролик. Плея. И очень, кстати, там хорошо прошло майское обновление. Игру немного поправили по части баланса и оптимизации. Также добавили прикольный соревновательный режим, за который можно получить особо ценные награды. Ну, а за внешний... Блядь, тихо. Ну, а вишенкой на торте стало введение могучих советских линкоров, воссоздавшись точно... Блять, какое же сложное предложение, ебало жаба гадюку. Ну, а вишенкой на торте стало введение... Тихо, я слишком громко начал. Ну а вишенкой на торте стало введение могучих советских линкоров, воссозданных точь-в-точь по рассекреченным документам и чертежам. Огромные, стильные и невероятно мощные корабли уже идут по... Блять. Огромные, стильные и невероятно мощные корабли уже ждут твоих указаний в порту. Теперь в вашем распоряжении... Ебать. Теперь в вашем распоряжении такие морские гиганты, как Петр Великий, Кремль, Владивосток и многие другие. Врывайся в эпичные морские баталии на новеньких советских линкорах и покажи всем, кто в море хозяин. Кто в море хозяин? Вот так вот. Кто, блядь, в море хозяин? Ну ты понял, да, последнюю фразу, когда я так вот выделился. Ебать, ну нарежешь, ахули, ебать. А теперь на вебку, да, читаю, ебаный рот. Трацы по этой ссылке получат особые подарки. Крейсер Варяг, неделю премиум аккаунта и целый миллион серебра для уверенного старта. Ну, естественно, ебать, я читал, теперь же, ебать, надо въебало тебе сказать. Вы извините, ребят, я бы, ну, не, я это не залил бы, это чисто вот показать просто, ну, ну, просто всегда так общаюсь с ним, и это в шутку. Вот, ну, стараюсь, конечно, меньше материться в роликах, на стримах меньше сдерживаюсь, ну, извините за маты, правда, ну, не могу ничего поделать с этим, есть у меня эти паразиты слова постоянно. А, все. Сделать это можно бесплатно по моей ссылке в описании, а также все новички при первой регистрации получат бонусы. Крейсер Варяг. Блять, не могу запомнить, ебать. Короче, ну вы поняли. И таких у меня много моментов. Ребята, уже 30 минут ролик, я не знаю, я рассчитывал, что будет меньше. Много таких моментов. Смотрите, сколько записей. У меня три папки. Вот одна, вот вторая, вот третья. Просто три папки записей. Если вам интересно, если наберем на этом видосе, ну я не знаю, 30-25 тысяч лайков, я заморочусь, пересмотрю много материала и, может, что-то вам еще интересно покажу. Если вам вообще это интересно, блин, я посмотрел очень мало роликов, я собирался намного больше такую ностальгию показать вам. Не знаю, понравился вам ролик или нет. Спасибо вам в любом случае за просмотр. Всем желаю удачи, хорошего настроения. Ну и до новых встреч, друзья. Всем пока. Я не знаю, кто до этого момента досмотрел ролик, напишите слово... какое слово написать? Я не знаю, какое слово написать. Холдир. Холдир. Это мой первый ник-нейм. Холдир. Напишите слово холдир. Все, всем удачи.